Ловкость рук и никакого мошенничества. За 30 минут каркас остановки обретает стены и лавку. Новые остановки появятся на въездах в город. Следить за их состоянием будет муниципальное бюджетное учреждение «Самара-Информресурс». В МБУ «Самара-Информресурс» находится более 400 остановок. Учреждение проводит ежемесячную очистку от незаконных рекламных объявлений. Также производит текущий ремонт. Также и стекла, лавок и других составных частей. Город готовится к чемпионату мира по футболу по всем фронтам. Остановочные павильоны не исключение. До конца октября в Самаре установят 88 новых остановок. Где-то заменят ветхие аварийные, а где-то, как здесь, возле Дворца пионеров, где павильона не было, они появятся. Ожидание не самое приятное занятие, поэтому оно должно быть максимально комфортным. Такой остановки ни снег, ни холод не страшны. Пожалуй, отпущу машину и останусь ждать подходящий автобус. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.